Здравствуйте, меня зовут Азат Тимурат. Я учусь в дата-учебном центре. Я здесь учусь как 2 месяца. И мы за эти 2 месяца по направлению визуальный эффект мы прошли такие программы, как пример про After Effects и Cinema 4D. Я заинтересовался таким направлением, как motion design. И у меня есть пару проектов, которые я могу вам показать. Но пока что я вам скажу пару слов о дате. Я вообще о дате не знал. У меня были интересы к этому направлению по визуализации. У меня просто возможности не было. Я услышал про дату, я пришел, начал заниматься. Мне объяснили, что как. Я просто за эти 2 месяца пылал этим проектом, моушен дизайнерством. Это мое хобби. Я думаю, в дальнейшем это будет моя профессия, в которой я буду покорять новые вершины. Пока что я покажу вам проект под названием Evolution. Вот мой проект, как я говорил. Тут у меня переход с текстом. У меня тут rotation переход и motion blur. Вот сам проект. Это создавалось из ничего, просто идея появилась. Учитель мне посоветовал, что сделать по этому направлению. Вот что я делаю. Вот тут у нас переход, разные узоры. Тут используется glow, свечение эффект, переход. Тут у нас эффект с тряской. Это все узоры, которые я сделал вручную, так как я не нашел подходящие элементы. Я воспользовался готовыми элементами и сделал свою декорацию. Я этот проект зарендерил, я могу показать готовый результат. Вот и сам проект. На этом у меня все. Это мой первый проект, так как я знаю, что здесь много ошибок. Я не перестану это модернизировать. Я думаю, что в течение конца учебы я хочу этот проект усовершенствовать до идеального состояния. И это будет моей первой работой, которая в профессии монтажерства. Первые дни, когда я пришел на курсы визуального эффекта, я, в принципе, ничего не знал в прямом смысле. Я не знал, что делать, как давать анимацию в какие-то тексты или сделать переходы в картинках. Я в прямом смысле практически не понимал, что делать. И мне в этом помогли наши учителя, которые нас учили в течение 2 месяцев визуального эффекта. Первым мы прошли пример про. Это отличная программа, где можно создавать переходы, разные видео, которые по душам. И можно реализовать все идеи, которые у нас появлялись в течение времени в мозгу. Я реально в жизни мечтал делать крутые видео про жизнь с разными эффектами, чтобы когда кто-то смотрел на мои работы, они были вдохновлены моей работой, и я за собой увлекал новых людей, чтобы они последовали за мной. Визуал эффект — это очень хорошее направление. Я бы всем советовал эту программу. Вторым мы прошли After Effects. Это тоже очень многофункциональная программа, где можно создать практически из ничего. Можно создать даже город из ничего. Делать разные эффекты неоновые. То, что мы смотрим повседневно, все эти вещи делаются практически в этих обоих программах, как Premiere Pro и After Effects. В Cinema 4D мы только что проходим на данный момент. Это, оказывается, тоже очень хорошая даже программа, где нас учат модельерству и практически создавать города и так далее.
Я доволен учебой в дате. Просто я был никем, дата подарила мне мечты и будущее, в которое я могу надеяться.